У нас сегодня занятие с детьми. Сейчас я напишу. Занятие с детьми. Инста-занятие с детьми. Друзья, всем привет. Напишите, пожалуйста, смотрите ли вы меня сейчас вместе с детьми. У нас будет такое небольшое, но веселое 10-минутное занятие с вашим ребенком. Я лично сейчас через экран телефона позанимаюсь с вашим ребенком. И чтобы это занятие было максимально продуктивным, ваша задача подвести к экрану детишечек, карамелек моих, карапузиков, всех любимых детей. И вот вы же с детьми. И если вы готовы даже подключиться сюда, в прямой эфир со своим ребенком, то поставьте там циферку 5, я подключу. А пока я с детишками поздороваюсь. Ребята, привет, привет! Ой, ой, а что вы мне даже не машете ручкой? Ну, помашите мне ручкой, давайте поздороваемся. Привет! Уважаемые родители, я периодически буду задавать вам вопросы, поэтому вы вот так вот мне смс-очкой отвечаете. Повторил ли сейчас ребенок и поздоровался ли со мной? Привет, привет! Ты посмотри, мы сегодня с тобой будем играть. Ну что, вы готовы играть? Дети, я вас не слышу. Ой, не слышу. Готовы играть? Ой, ничего не слышу. Ой, Ренат глухой, ничего не слышу. Вы готовы играть? Да! Помахали, детки, карамельки. Кто готов подключиться с детьми ко мне, прямо отправьте мне запрос, я вас подключу. Классно! Но мы должны встать и потанцевать. Сейчас мы встаем. Детки, вставайте скорее со мной! Вставайте, мои карамельки! Мои карапузики, вставайте скорее со мной! Так, встаем! Вот так! И, так, кто готов подключиться, но хочется ребенка, давайте вместе со мной! Так будет прям эффективнее! Давайте, прям 2 минуты и делаем зарядку веселую! Кто готов? Мы можем, так! Брагин, так, как бы вас найти-то? Отправьте мне запрос, кто готов со мной подключиться, мы можем. Ну, давайте я посмотрю, вот кто-то вот здесь, с ребенком или без ребенка. Не знаю, вот кто-то отправил запрос. Сейчас посмотрим. Ничего себе, мы сейчас будем танцевать же, ребятушки, карамельки мои. Сейчас будем танцевать. Ну что-то никто не подключается, никто не подключается. Привет! Привет! Привет, Маши, привет! Ой, ничего себе! Как у тебя дела? Как у тебя дела? Хорошо, ну что, мы будем танцевать с тобой? Будешь танцевать? А, ты хочешь вот так дуть? Ты хочешь дуть, что ли? Ну давай сначала потанцуем, а потом будем дуть, давай? Давай. Вставай со мной, давай. Ой, молодец, вставай. Мы сначала будем хлопать ручками, вот так, хлоп. Повторяй скорее за мной. Повторяй скорее за мной. Ручки, хлоп. Ой, а где твои ручки? Покажи, где твои ручки. Хлоп делают. Покажи скорее. Ну, где твои ручки? Ты будешь с мамой сидеть? Ну давай, мама возьмет твои ручки и вместе похлопаем, да? Ручки, хлоп. Ой, мама, да, мама с тобой, конечно. Ручки, хлоп. Ручки, хлоп. А где у нас глаза? Ой, спрятали глазки. Показали, ку-ку! Спрятались. Показали. Ку-ку! Ой, спрятались. Ку-ку! Ничего себе. А еще раз. Спрятались. Ку-ку! Здорово! Ну что, мы... А, ты хочешь подуть? Ну давай подуем. У меня есть свечка, посмотри. Это свечка. Зажигать? Да, давай зажигать будем свечку. Ой-ой-ой-ой, горит.
Дуй скорей, дуй, уф. Ой, не дуешься, давай еще вместе, дуй скорей на свечку. Ух ты! Задули! Ты молодец! Пока-пока! Будем с тобой прощаться и играть с другими детишками. Пока-пока! Я отключаюсь. Вы большие молодцы. Отлично. Друзья мои, вот это да, вот это было занятие. А вам нужно будет только отключиться. Я Сейчас. отключаюсь, да. Угу. Все, до свидания. Вот смотрите, вот так вот весело мы позанимались с детишками. Вы представляете? Прямо отключите, пожалуйста, эфир, а то вы у меня в окошке в маленьком. А как это сделать? А там крестик у вас должен быть сверху в правом верхнем углу, по-моему. Просто выйдите из эфира и потом обратно зайдите. Вот, отлично. Ну что, ребятушки, ну вы давайте тогда вставайте вместе, мы станцуем. Итак, приготовились. А вы, уважаемые родители, возьмите телефоны и снимите, как ваш ребенок танцует. А потом выкладывайте в Инстаграм и отмечайте меня. Будем петь песенку нашего музыкального терапевта Юли. Готовы? Поехали! Ручки хлоп, хлоп, хлоп. Повторяйте за мной. Ручки хлоп, хлоп, хлоп. А теперь ножки. Ножки топ, топ, топ. Ножки топ, топ, топ. А где у нас животик? Покажите скорее. А животик шлеп. А животик шлеп. А теперь ручки. Ручки хлоп, хлоп, хлоп. Ножки топ, топ, топ. Ой, устали! Ух, как мы устали! Покажите скорее! Ух, как мы устали! Ой-ой-ой! Ну, давайте тогда садиться. Напишите, уважаемые родители, повторяли ли ваши дети, либо просто смотрели. Если ваш ребенок не повторяет, а просто смотрит, он уже воспринимает 50% информации. Вы представляете, какой большой процент? Поэтому не волнуйтесь, если ваш ребенок не повторял сейчас за мной движение, ничего страшного. А самое главное, закрепите с ним после занятия. Вот, жду ваши комментарии, уважаемые родители. Тут прям пишут, повторяли, здорово! Ребята, продолжаем заниматься с детьми, а вы, уважаемые родители, обязательно снимите, как они занимаются. Мне же интересно посмотреть на весь этот веселый цирк со стороны. Итак, ребята, ой! Что у меня тут есть? Вы только посмотрите. Это же лимон. Он у нас будет тут. Вот тут будет лимон, да? А еще у меня есть... О, арбуз. Ку-ку. Арбуз. А арбуз у нас будет тут. Тут лимон, а тут арбуз. Отключу комментарий, чтобы деткам карамелькам было видно. О, посмотри, тут у нас лимон, а тут арбуз. Покажи скорее пальчиком, где лимон? Где? Не вижу. Покажи скорее, где? Тут лимон. Ку-ку. А покажи пальчиком, где арбуз? Покажи скорее, где? Не вижу. Это? Нет. А где? Вот это арбуз, точно, спрятались. Ку-ку! Ничего себе, ну давай раскладывать. Это у нас лимон. Куда мы его, сюда или сюда? Куда положим? Скорее покажи пальчиком. Куда же лимон у нас? Куда? Сюда! Точно, плюх, лимон тут у нас. А это арбуз. Куда мы арбуз положим? Покажи пальчиком. Сюда? Сюда арбуз? Нет. Точно не сюда. А куда же арбуз? Может быть сюда? Ой-ой-ой-ой! Улетел! Улетел арбуз! Точно! Сюда! Это арбуз, а это лимон. Давай еще раз. Куда лимон? Покажи пальчиком. Покажи скорее пальчиком, куда лимон? Куда? Сюда? Точно! Плюх! Лимон у нас тут! А где же у нас будет арбуз? Покажи скорее пальчиком, где будет арбуз? Тут? Нет! Может быть, тут? Да! Тут арбуз! Это арбуз!
включаю комментарии для родителей. Мне срочно нужна ассистент, который будет включать и выключать комментарии. Уважаемые родители, напишите, повторял ли ваш ребенок, показывал пальчиком, либо просто смотрел. Напоминаю, если ваш ребенок просто смотрел, он уже воспринял 50% информации. И также напишите, удается ли мне через экран телефона зацепить внимание вашего ребенка. Выполнял, здорово! Кто готов сейчас подключиться в прямой эфир и показать, как пальчиком выполнял? Ну-ка, напишите, пожалуйста, мне, кто готов, и я вас подключу. И мы с ребенком закрепим данную игру. И это игра на сортировку. Мы сортируем это тут, и это очень важно, да, в развитии и запуске речи. Отлично, вот кто-то там отправил мне запрос на подключение ко мне сюда. Надеюсь, что с ребенком. Выполнял, хохотал, все, хохотал, хохотушечки мои. И это же здорово, заинтересовало. Привет! Махай привет. Привет! Ты только посмотри! Покажи пальчиком, где арбуз? Покажи, вот. Где арбуз? Вот, это арбуз, точно! Да. А где лимон? Покажи, где лимон? Где лимон? Покажи, дядя. А, вот лимон! Вот он, да. Точно! Это лимон, это арбуз, а это лимон, точно! Давай с тобой поиграем в ку-ку! Спрятались. Ку-ку! А давай громко будем говорить. Ку-ку! Громко, ладно? Давай, спрятались. И громко. Ку-ку. Громко. Ты же громко. Ой, как громко. Здорово. Ничего себе. Все, я с тобой прощаюсь. Будем заниматься дальше детками. Пока-пока. Будешь говорить пока. Пока-пока. Пока-пока. Давай, Карамелька. Пока-пока. Да, до свидания. Отключайтесь. Да. Ничего себе. А вам надо выйти из эфира, чтобы полностью отключиться. Да. Ничего себе. Детки повторяют. Это здорово. Друзья мои, мне кажется, нам надо делать такие вот занятия хотя бы 5-минутки, да? И это будет здорово. Как вы считаете? Обязательно делайте скриншот и снимайте детей, как они выполняют задания. Ну что? А я предлагаю всем деткам подойти к экрану, и мы с вами вместе задуем свечку. И на этом будем прощаться. Мы не будем делать длинные задания, чтобы дети не привыкали к телефону, да, но те упражнения, которые мы сегодня сделали, а что мы сегодня сделали? Мы сегодня сортировкой занимались, мы сегодня и крупномоторную имитацию сделали, да, и танцевали, и повторяли. А сейчас мы будем учиться дуть, особенно те, кто не умеет. Нам очень нужна ваша помощь, и мы все поможем друг другу. Зажигать свечку, детки. Ой, не слышу. Зажигать? Да, зажигаю. Гори, гори, ясно, чтобы не пождите, не дуйте, не хитрите. А нет, не хитрите. Надо дуть. Будем дуть вместе. И это у нас огонь. Ой, опять хитрите. Не задувайте свечку. Ну, подождите еще чуть-чуть. Ну, какие вы нетерпеливые. Ой, вы задувает. Ой, огонь. Ай, спрятали. Дуйте на свечку. Ой, не попали. Ну-ка, еще. Дуйте скорее. Ай, не попали. Еще дуйте. Ай, не попали. Ой, не попали. Ну ладно, давайте дуть вместе. Набрали вдох носиком. И сильно на свечку. Ой, не получается. Ой, никак не получается. Надо еще раз. Вдох носиком. И дуйте. Ух ты, задули, ура! Вы такие молодцы! Давайте похлопаем сами себе, молодцы! Ну и давайте в финале мы снова станцуем наш танец весело, задорно и будем прощаться. Экран мокрый, все к деньгам, помните? Поехали, детки, встаем со мной, встаем и танцуем! Ручки хлоп, 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 ножки топ, 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 а животик шлеп,
Ручки хлоп, 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 ножки топ, 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 а животик шлеп, а животик шлеп. Ну что, детки-карамельки, пока-пока, до новых встреч. А я хочу сейчас пообщаться с вами, уважаемые родители. Кто готов сейчас подключиться к экрану и прокомментировать, повторял ли ваш ребенок, да? Может быть, что-то новое сделал, да? Я же очень много сейчас выкладываю в сторис, да? Очень много выкладываю в сторис игр для детей, да? И мне очень интересно, вот те, кто проходит эти игры у меня в сторис, какие результаты у ваших детей? Понятно, что у многих нет возможности приехать ко мне на занятия, да? Зато есть прекрасный формат онлайн. Ты еще придешь? Приду, конечно, приду. Прекрасный онлайн-формат, где я могу лично позаниматься с вашим ребенком вот так вот через экран телефона в прямых эфирах, в сторис, да? Это уникальная возможность. Привет! Ну, скажи привет, привет. Привет, привет! Привет! Ку-ку! Ку-ку! Ой, это... Ой, ку-ку! Ой, а ты знаешь, как можем делать? Смотри! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, ничего себе! Ой, показывай, что там у тебя есть. Что там у тебя? Пластилин. Пластилин у тебя есть. А где у тебя пальчики? Покажи мне пальчики свои. Пальчики где? Вот они, пальчики. Ой, пластилин красивый. Ой, красивый. О. Ой. Ну, давай, маме, пластилин. Здорово. Сколько лет, скажите, вашим ребенку? Нам 2,4. А вы часто смотрите мои сторисы игры? Да, и прямой эфир часто смотрим, занимаемся. Круто. Ну и как, что-то удается? Ну да, вот сейчас она танцевала, повторяла, да, как бы арбуз, лимон она пальчиком показывала, где что, как бы она отличает. Мы ходим на занятия, как бы она знает, где что. Это и цвета она может различить, она показывает, где маленький, где большой уже. Это круто, это круто. Но в любом случае, да, так вот через онлайн можно еще и позакреплять, и весело провести время, и так вам на, раз, ну, да. Включили меня, и ребенок смотрит на повторе много-много раз. Ну да, она любит мультики на телефоне смотреть, а так на телефоне хоть занятия. Да, вот, хорошо. Ну, смотрите, сторис я завтра тоже буду выкладывать. Там у меня сегодня тоже есть. Все. Хорошо, спасибо большое. А мы смотрели сегодня сторис, мы уже занимались игру. Это круто, да. Все, до свидания. Спасибо большое. Тоже пока. Пока! Пока! Пока, мои хорошие! Пока-пока! Да, отключайтесь. Спасибо. Да, спасибо. Вот, друзья, видите, на самом деле это действительно так уникально, есть возможность позаниматься со мной вот в таком формате. Ну и причем действительно это полезно, да? Даже если ребенок знает, повторить. Вы знаете, в чем моя фишка? Я очень эмоциональный. Я через экран, конечно, я очень сильно стараюсь. Мне, конечно, намного комфортнее, когда передо мной ребенок, да, и тогда я могу уровень своей эмоции контролировать. Но через экран, в принципе, вы всегда, если слишком громко, можете сделать потише, да, либо там на экран включить, на, я знаю, что многие родители на телевизор включают мои сторис, и детки повторяют. Вот, если слишком громко, то делайте тише, если нет, то тогда оставляйте как есть. Вот, уважаемые родители, у меня вопрос к вам. Как вы считаете, может быть, мы делать будем такие прямые эфиры, коротенькие, да, буквально на 15-20 минут, но при этом продуктивные. Я буду брать там 3-4 упражнения, играть с ребенком. Неважно, даже если ребенок это уже умеет, важно то, что ваш ребенок позанимается со мной, да, и то есть это будет другой человек, это тоже элемент некой такой онлайн, скажем так, коммуникации, ну, закрепит материал, возможно, какие-то новые звуки выдаст, да. А у кого были какие результаты после моих сторис? Ну, например, я знаю, что многие родители мне писали, наш ребенок не умел дуть благодаря там
вашем сторис, Ренат, ребенок научился дуть. У кого были какие результаты? Это тоже мне вот интересно, чтобы понимать, полезны ли такие сторис, полезны ли эти занятия, не просто ли это там просто развлекаловка, понимаете, да? Да, спасибо большое. Я на самом деле, правда, вот прям, очень нужны эфиры, вижу, отличные идеи, нужны эфиры. Значит, тогда буду делать такие эфиры чаще. На самом деле у меня такой достаточно плотный график, я весь в работе, у меня нет свободного времени, но хотя бы на 15 минут в день я найду всегда, чтобы вот позаниматься онлайн. Давайте попробуем сделать несколько дней хотя бы подряд, такой вот, да, я буду заранее в сторис информировать, например, там, не знаю, может быть, завтра днем, либо ближе к вечеру тоже мы что-нибудь такое организуем. Попробую, может быть, утром. Утром у меня, правда, прям вообще загруз-загруз. Вот, мне утром надо ехать там по делам. Нам самим интересно смотреть. Слушайте, ну круто, мы любим вас. Спасибо. Сейчас сын танцевал, обычно только смотрит. Здорово. Вот видите, уже какие-то детки начали повторять. Понятно, что первое время они могут только привыкать ко мне, а потом они уже понимают, что они слышат мой голос, уже бегут такие на голос Рената Каримова. Вот. Да, мимика очень важна. Используйте мимику. В общении с детьми важно. Брови поднимаем вверх, взгляд открытый, искренний, улыбка искренняя. То есть, если вы в плохом настроении, лучше не заниматься с детьми, потому что это плохое настроение будет передаваться ребенку. Зачем? Да? То есть, ребенок не заслужил такого к себе отношения, я считаю. Поэтому вот у меня сегодня утром, у меня вчера, да, было, вот на примере себя скажу. Вчера у меня была достаточно сложная съемка, мы очень много снимали. И, ну, там, интервью у меня брали, еще что-то там, в общем, целый день была, 12 часов у меня была съемка для разных проектов. И я сегодня утром проснулся, я понимал, что, ну, вот все, я никакущий, у меня нет ресурса, поэтому мне нужно отдохнуть, я отменил занятие, это, по крайней мере, честно по отношению к детям. Так, давайте, мой сын сказал, что он не успел с вами поговорить. Классно, сын. Танцевал, дочка смотрела, как лимон и арбуз сортировали. Глядя на ваши занятия с эмоциями, я также стала дурачиться с ребенком. Он сразу стал по-другому реагировать на занятия. Смогла намного дольше удержать его внимание. Конечно, потому что вы эмоции поддерживаете ребенка. Но самое главное, помнить, что эмоция внутренняя и внешняя, она должна совпадать. Вы внутри должны быть наполнены. Вы должны быть светлыми, искренними, настоящими. Не надо с детьми фальшивить, не надо с ними переигрывать, не надо с ними недоигрывать. С ними надо быть на их уровне эмоционального развития. То есть они яркие, они воспринимают мир ярко. И вы, соответственно, тоже вместе с ними давайте им эти, вот эти краски, эмоции. И это будет здорово, это будет круто. Что-то, конечно, еще мне хочется, наверное, сделать с детьми. Но с собой реквизита нет. А есть ли у вас возможность сейчас деткам дать ложки? Обычные ложки. Поставьте цифру 5. Железные ложки, любые ложки, просто деревянные, железные. Сыну 32 года, дуть не умеет. 32 года или 3,2? Эмоции – это главное, конечно. Вот, есть ли у вас возможность детям сейчас дать в руки ложки? Я тоже сейчас возьму. У меня они будут деревянные, но это не важно. Абсолютно. Вот у меня будут деревянные ложки. Если дали детям ложки, поставьте цифру 5. Сейчас сделаем игру с ложками. Она уже у меня была в сторис, но мы закрепим материал. Да? Это тоже очень важно. Отлично. Кто готов подключиться со мной? Дети с ложками. Ребятки, у кого есть ложки? Скорее, детки, карамельки, покажите, у кого есть ложки? У меня есть ложки. Вот такие у меня ложки. Ими можно кушать. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. И вот этой. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. У кого есть ложки? Покажите ваши ложки. О, ничего себе, какие ложки. Кто готов подключиться вместе со мной и поиграть с ложками, отправляйте мы. Вот. АСТ РОВЭД. Сейчас я вас подключу. Сейчас. АСТ РОВЭД. Вот, а вы можете мне отправить тогда запрос на подключение? Ну вот ладно, уже кто-то, по-моему, отправил. Вот. Кто успел, тот и вот отправляйте мне уже запросики. Да? У кого есть ложки, детки, карамельки, покажите мне свои ложки. Скорее, сейчас будем с ложками играть. Пока можно спрятать глазки. Ку-ку! Ку-ку! Игра ку-ку дети любят все. Это вообще беспроигрышный вариант. Так, не подключились. Кто-то там еще готов, вижу.
Вижу, 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 кто-то еще. А, вот я вас вижу. Ой, а почему-то не могу вас подключить. Вы можете мне... У меня, на самом деле, телефон очень горячий, и он может выключиться, друзья мои. Поэтому не обижайтесь. У айфонов есть такая фишка, что если телефон горячий, он просто вырубается без объяснения причин. Ну, отправьте мне запрос на подключение. Выйдите в эфир, обратно зайдите, у вас будет кнопка «Отправить запрос на подключение». Потому что я здесь не могу так сделать. Почему-то не получается подключиться. Не знаю почему. Ну, давайте... А, вот, мне удается вас подключить. Наталья. Сейчас подключитесь. Привет! Привет! У тебя есть ложки! Покажи скорее! Ой, какие ложки! А давай спрячемся за ложками вот так вот. Ой! Ой! А ты можешь вот так вот спрятаться и сделать так. Ой, ой, какой язычок! Ой, какой же. Ну что, будем играть с ложками? Ну давай! Ты такая красивая. Как тебя зовут? Саша. Саша? А? Саша. Саша тебя зовут? Саша, а рядом с тобой это кто вот рядом с тобой? Это мама. Это мама, да? Ну давай, Саш, показывай ложки. Показывай. Смотри, Саш, мы будем крутить вот так. Ой, 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 ой. Ой, как? Стоп, остановись. А теперь стучи так. Молодец, стой, стой. А теперь спрятались так. Ку-ку! Ой, ку-ку, ой, ку-ку. Молодец, а теперь стучи вот так. Ой, как вот посмотри, как я сделал. Ой, молодец. Давай, я буду петь, а ты за мной повторяй движение, ладно? Давай. Вьюшки, вьюшки, повторяй. Вьюшки, 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 вью. Калатушки калачу, приколачиваю, закалачь, ку-ку, закалачиваю. Стоп! Молодец! А покажи, как мы ложкой кушаем? Ам-ам-ам-ам-ам. Ой, я не слышу тебя, давай громко. Ну, ты повтори. Ам-ам-ам-ам-ам. Молодец! Молодец! Ну что, будем... А, что такое? У меня есть Дима, папа. О, у тебя есть папа Дима? Да. А где папа Дима? Он на работе? Да. А кем он работает, папа Дима? С коллегой работает. А ты в садик ходишь? Да. И что вы там в саду делаете? У меня есть Маша. Маша? Нет. Подруга Маши, что ли? Да-да-да. Ты Маше покажи, как ложками играть надо, ладно? Ладно? Ну все, давай, пока-пока. Хотел спросить, ты придешь еще? А, нет. Ты спросить хотела, давай, спрашивай. Придешь? Конечно приду, к тебе, конечно приду, конечно. Вот, спасибо вам большое, мы за пятиминутки действительно... Да, да, да. Я думаю, что я буду выходить, потому что, правда, мне даже самому так очень круто, так прям волшебно. Очень плохо вас слышно почему-то. Звук отключили, может. А родителям, нам интересно тоже. А, вам? Ну, вообще берите на заметку, играйте. Все, с вами прощаюсь. Пока-пока, до свидания, до новых встреч. Отключайтесь. Ну, смотрите, друзья, ну как круто. Ну, вообще, пиздики малыши. Карандаши. Да, спасибо большое. Ну, друзья, уважаемые родители, я думаю, что я сделаю обязательно для вас еще такой эфир прямой. Может быть, даже какой-нибудь чуть больше видеоурок, где мы там что-нибудь интересное будем тоже изучать. В общем, обязательно сделаю. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое. Эфир я сохранять не буду. Или, может быть, надо сохранить эфир, скажите мне. Надо сохранить или нет? Ну, просто вы же понимаете, что здесь ну, такая светлая энергетика, естественно, найдутся хейтеры. Ну и ладно, может, сохраните или не надо.
Ну, а с другой стороны, сохранил, и вы с детьми повторяете, да? Надо, ладно. Сохраню, давайте сделаем так. Я сохраню на сутки, поэтому вы можете... Вы только давайте я сохраню, вы обязательно сделаете репост. Вот давайте я сохраню с одним условием. Сделайте репост в сторис и отметьте мой аккаунт, что вы вот с Ринатом Каримовым лично позанимался, ваш ребенок с Ринатом Каримовым. Ладно, пожалуйста, сделайте и обязательно напишите комментарий. Вот, потому что, на самом деле, когда вы не пишете комментарий, я думаю, что, наверное, я какой-то бред делаю. А нет, вроде бы нет. Поэтому буду вам благодарен за комментарий. Эфир я сохраню. Сделайте его репост у себя в сторис. Сохраню на 24 часа. Может быть, больше даже в HDTV уйдет потом. Можете пересматривать. Я обязательно сохраню. Моя мартышка уже спит. Мы завтра все с удовольствием попробуем. Хорошо. Все, я с вами прощаюсь. Следующие инста-занятия я буду информировать, когда у нас будет расписание наших с вами онлайн инста-занятий. И я уже подготовлю какой-нибудь другой материал. Вот. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока, малыши. Пока-пока.